Я смазываю очко, чтобы в него медленно войти, понимаешь? Извините за такие подробности. Возможно, кто-то уже с детьми смотрит парк юрского периода. Очко — это на зоне жопы. Скатупа! Третий месяц подписки. Спасибо большое. Ну, ребята, ну, я не байтил. Не байтил. Смотрите, нападает. Как теперь отменить третий уровень? Так, ребят, все, мы переназываем это животное. Внимание, вопрос, как теперь этого перемести туда? Мне его что, усыпить надо опять? Заборчиком обставить? А мы можем реально? Мы можем? Блин, ребят, гениально вообще. Блин, ну я не хочу со старта уродск делать. Ей нужно больше камней, ни хрена себе она. В углу мне нравится вот это место. Слушайте, она сможет запрыгнуть. Да не, она никогда так не сделает. Она никогда так не сделает, я уверен. Плюс у нее не получится, скорее всего, у нее не получится запрыгнуть на этот большой камень. Вот, блин, иногда думаешь, вот заходишь на пляжу в воду и наступаешь на острый, сука, камень. И думаешь, какая сука это туда его положила? Ну кто? Жалко, разбитой бутылки нельзя. О, машина, смотрите, ну-ка. Как он выйдет из этой ситуации? Ну ты чё, сука, на хвост ему наедешь? Нам надо водителя менять, ребят. Так. Ну что, кто хочет у меня поработать? Альтруист, зарплата на 50% ниже. Альтруизм. Мне вот этот нравится. Плюс это азиат. Мне кажется, надо брать азиатов в первую очередь на работу. Потому что я начальник, я так решил. Может быть, сделаем вытянутый уродский загон? Юша, 30 лет. Ограждение сломано. Где? Слышь, динозавр, ты чё, охренел? А позже всем скажу, что... Бегите! Бегите, спасайтесь! О! А это что за гусь? Ну ты чел, ну ты серьезно? Дать им приспособиться. Ну иди нахер! Думаю, нам всем придется приспособиться к тому, что... Я чё, дорогу удалил? Ну-ка догнать его. Компасогнат Альбертозавра есть в чате? Блин, я, короче, что-то слишком большую зону для них взял, ну ладно. Блин, мне так нравится, что им кайфово рядом с Аллозавром. А Аллозавр умен все-таки, да, он динозавр, но он умен настолько, что он как бы не выеживается на диплодоков. Ну да, все как я и сказал. А, кот овца еще. Что? Осуждаю. А, типа лучники сами решили напасть на кабана, да? Типа, при том, что я не кликал на него. Интересная механика. Ну стреляйте, господи. А, они по нему не дамажат? Такое надо было прохавать, ребята. Кто знал? Почему ТЦ стреляет по самому бронированному юниту, я не понимаю. Смотрите, ну посмотрите на этот ТЦ. Ну столько юнитов, он стреляет, смотрите, он стреляет по тарану. Гениально просто, блин, вообще, искусственный интеллект. Я жму три раза! Игра! Ну пожалуйста, давай будем делать все с одного клика. Знакомьтесь, новая механика. ТЦ никогда не выстрелит по людям. Оно будет стрелять по тарану. У чела просто АФК рабочий. А зачем? Зачем мозги? Зачем? Просто АФК стоят вообще. Ему насрать. Он тараны делает. Ему ничего не надо. Тараны сейчас. Я вот на них смотрю. Я ничего не понимаю. Что с ними делать? Чуваки, мы русские. С нами Бог. Мы не должны предавать родину при первой же проблеме. Мы должны разобраться в ней. Окей? Few moments later. Надо брать другую фракцию, чтобы играть карты с водой.
Россия говно. Станьте русскими! Голосуйте за Путина! А, я ему не наношу урон. Мой корабль его кораблю не наносит урон. Опыт получен. Так, все. Поехали, стрим без негатива. Не, это, братан, посос у тебя какой-то тут. Не тех юнитов, что ли, строишь? Восемь луков в башне сидит. Ну охраняют, а что не так? Ой, хорошо, ой, хорошо. Ой, крики какие здоровские. Ой-ой-ой. Чат, это приятный звук был, согласны? Смотрим, как человек, который сыграл уже 220 игр, будет отбиваться от тарана. Давайте посмотрим. Я сыграл 20 игр. Он сыграл в 10 раз больше. Давайте посмотрим. Ну, он решил просто слить всех коней и... Понятно, неплохо, ладно. На этом мы не научимся. Короче, чуваки, я хотел снайпнуть Граби, но он сидит, блин, какие-то бумажки опять пишет. Ну это, блин, стрим-снайпер вонючий, блин. Зачем делать отдельные хоткеи на бараке, казармы и т.д.? Если есть общий. Потому что нужен не общий, а отдельный. Нет, не обольщайся, сынок, мне сказал на турнире Плям Кейк. Если кто играл в Warcraft, наверняка знает такой клан. Eclipse был один из таких топовых кланов в СНГ. Екал, и в нем был чел с Плям Кейк. У него он был топ-2 на Урале. Ну, типа был топ-2 на Урале. А топ-1 типа был Прометей. Но Прометей действительно очень хорошо играл, но потом он сел в тюрьму за разбой, если что. Ну, неважно. И, короче, я приехал на турнир, выиграл этого Плямкейка, и он, проходя мимо, мне было 13 лет, он, проходя мимо, такой, типа, не обольщайся, сынок. Я рассказал это там Будушу, там, Денис Синицын, ну, короче, все в этой, ну, типа, мы ржали потом долго с этой темы, и до сих пор ржем, типа, вот, не обольщайся, сынок, для меня это крылатая фраза в итоге. Ну, и тут пошел пуш. Второй таран. Два тарана ломаюсь. А ты чё, у меня плоскостопие, а у тебя? Слушай, а я в институте еще, мне вроде нельзя пока. А я в академии. А, понятно, ребят. Ну ладно тогда, давайте, наберете. Вы ни одной катки не увидели, где чел, который с тараном играет, проиграл, понимаете? Ну и все, поехали, два тарана. Давайте смотрим, как это отбивается. Франция, кстати, второе ТЦ поставила. Минус ТЦ. Кто бы мог подумать? Как контрить тараны, жмешь Alt F4 и тараны исчезают. У меня пока такой план примерно. Диджей, ты пока окружаешь 20 рабочими таран, 10 лучников и 10 копейщиков убьет тебе всех рабочих. Неужели это не очевидно? Я для кого, сука, рисовал картинку? Для кого рисовал? Пока ты будешь убивать таран, твое ТЦ не стреляет ни в кого, кроме тарана. Соответственно, вся армия, которая тут стоит, убивает твоих юнитов, которыми ты пытаешься убить таран. Кто смотрит вообще? Вы слушаете, нет, на уроке или нет? Я не понимаю. Просто убей таран, лол! Не, игра хорошая. В игру хочется играть. Компетитив есть, чуваки. Вы тоже там... Я не говню игру. Я не говорю, что давайте ее не будем все покупать. Нет, я просто говорю о проблемах, которые... Ну, кто-то будет исправлять? Нет? Кто-то будет исправлять? Нет? Блин. Я люблю халапеньо, чуваки. Но что делать вот с таким огромным куском? Вот посмотрите просто. Смотрите, какой огромный. На очко засунь. Но в твое место нет, я не смогу. Дружба народов, ребят. БТВ, русская рыбацкая лодка. Рыбацкая лодка монголов. Гордость берет, да? За душу. Камера чуть уехала. Так, я вроде нормально сижу, да, эту камеру. Угадайте, чем я подвинул камеру.